Наш мрашек. Он, как вы видите, объект. У него не выраженные боковые гребни, поэтому делаем крупным этот бугор. Вооружившись микроскопом, доктор видит все, что без применения оптики было бы невозможно. В лечении зубов даже мелочи могут повлиять на конечный результат. В клинике Дентамед знают, что здоровые зубы – это гарантия качества всей жизни. В кадрах под 10-кратным увеличением реставрация жевательной группы зубов, и это уже третий курс автора. Лечение микроскоп позволяет увеличить размер зуба, либо любой ткани, с которой мы работаем, в десятки раз и видеть на микроуровне ту ткань, которую мы обрабатываем, и ту ткань, которую мы клеимся. Это позволяет сделать герметичность реставрации, очистку тканей намного лучше, чем это делается без увеличения. Работая под увеличением от 2,5 до 25 раз, доктор может выполнить все виды работ, связанных с реставрацией и с лечением. Сегодня использование оптики – современный стоматологический тренд. Отработка мональных навыков на фантомных моделях, которые имитируют естественные зубы, и композитный материал, который как раз-таки применяется в полости рта для художественной реставрации. И применение красителей и тех элементов, которые дают нашим реставрациям живой эффект и копируют собственные ткани зуба. Для отработки профессиональных навыков специальные микроскопы предоставила компания Zumex, которая специализируется на выпуске высокоэффективной оптики для стоматологов всей страны. Сейчас основной стоматологией – это эстетика. И пациенты, которые приходят в стоматологические клиники, хотят не только вылечить кариес, но они хотят быть красивыми, потому что красивый пациент, красивый человек, он сразу успешный становится. И чтобы сделать качественную, успешную работу, нужно обязательно использовать оптику. Учебный центр клиники «Дентамед» очень востребован не только среди специалистов столичных клиник, но и районных центров, а также и ближайших городов. Так как мы являемся клинической базой для нашего стоматологического факультета, Чувашского государственного университета, а также для Института усовершенствования врачей, мы здесь проводим бесплатную учебу для студентов, для ординаторов, которые не могут получить процесс обучения мануальных навыков. Повышается профессиональный уровень наших стоматологов, чему мы очень рады. Для того и мы построили этот учебный центр. Врачам не надо отрываться от работы, не надо отрываться от семьи. Они здесь, на месте, получают образование. «Дентамед» – это высокий уровень обслуживания пациентов. Престижная компания, которая проявляет заботу и любовь как к пациентам, так и сотрудникам, предоставляя возможность профессионального роста.